1930 год, после случайной встречи с представителями мафии, таксист Томми Анджело, помимо своей воли, оказался втянут в мир организованной преступности. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. В честь 20-летия игры «Мафия» будут раздавать первое издание 2002 года «Mafia: The City of Lost Heaven» с 1 по 5 сентября, 6 часов вечера. Это великолепное произведение. Историю Томми Анджело в этой знаковой криминальной драме. Ссылка на игру будет в описании под видео. А в субботу я хочу провести стрим, олдовый стрим по мафии. Будем вспоминать прошлое.